монашество, оно возникло по многим причинам. Одна из причин, я говорила, когда эсхатологические ожидания не увенчались успехом, Христос не пришел через 100 лет. Христиане решили, что они мало старались, они неподготовленные. И вот монашество было каким-то таким ответом, желанием сделать себя достойными. Вы знаете как? Я думаю, есть удивительная милость у Бога. Он понимает, что мы ограничены в своем разуме, в своем понимании. Он видит сердце человека, который хочет ему угодить. Он дал нам спасение даром, вечную жизнь даром. Но представляете, сколько должно пройти было веков, 15 веков должно пройти, пока люди это уразумеют. А пока вот они путем монашества стремились достигнуть Бога. И на этом пути были свои благословения, мы о них скажем. Вот. Потом монашество возникло. Вы понимаете еще почему? Оно возникло на границе преследований и конца преследований. Когда преследования кончились, некоторым христианам стало их не хватать. Они боялись благополучной жизни, успешной жизни, великой жизни. Вы понимаете, христиане из мгновения ока за какой-то один день, они из преследуемых и пытаемых, мучимых, они вдруг стали цветом всей империи. Это им надо было всю свою жизнь перестраивать. Это все, все понятия, все. И закружилась голова у многих, конечно. Самые лучшие места в правительстве и в управлении доставались и христианам. Языческие храмы и школы были закрыты. Языческая философия не закрыта. Философская школа в Афинах закроется. Язычникам нигде ходу нету. Язычник должен был стать христианином, чтобы иметь возможность работать. У нас комсомольцы, да? Вы понимаете как? То есть все перевернулось. И очень немногие видели трагизм этого. Это выразилось вот в такой мысли историка. История до Никейской церкви, до Никейского собора, представляла, церковь была в мире. После Никейского собора мир пошел в церковь. Церковь была в мире. А после Никейского собора, после Константина, вы понимаете ли, очень немногие увидели опасность этого. Потому что первый момент был торжество. Слава Богу, когда их отпустили из тюрем, когда их дали свободу, когда они стали великими, уважаемыми, привилегированными стали, изгонимыми. Они в восторге были. Очень немногие увидели опасность этого положения. Даже такой образ есть. Вот корабль плывет по морю, он испытывает огромное давление воды. Ну, вы знаете, сопротивление материалов надо, чтобы выдержало это давление воды. Если корабль не испытывает этого давления, то он не плывет, а тонет. Вода уже внутри. И уже давление не испытывает. Вода внутрь корабля, и он тонет. Понимаете ли как? Вот церковь и мир. В церковь хлынули тысячи новых членов, потому что, чтобы получить хорошую работу, чтобы не потерять свои квартиры, ну и так далее, блага какие-то, потому что христиане стали привилегированными.
Ну так вот, монашество – это была реакция на все это. Они хотели жить скудно, жить свято, жить в постоянных опасностях. Так, но здесь мы найдем, наверное, все-таки гору Антония. На востоке началось, монашество началось на востоке. Гора Антония на берегу Красного моря. Это где-то вот тут. Гора Антония. Начало монашества. На берегу Красного моря, да, или вот тут где-то. Это Китай залил. На берегу Красного моря. Толчком, да, еще толчком к воззрению монашества было нашествие варваров, которое воспринималось как Божие наказание за грехи. Афанасий, блаженный Иероним, Амвросий, Евсевий, блаженный Августин, все они убеждали христиан в преимуществах монашеской жизни, основываясь на словах Христа о том, что если кто потеряет свою жизнь ради Христа, тот ее приобретет. Монашество возникло в период преследования христиан, а на Западе – в период нашествий варваров. Желание мученичества, прекратившегося с прекращением преследования, могло осуществиться в монашестве. Кроме того, в церкви оказалось много бывших отступников. С победой над донатизмом церковь потеряла для некоторых свой авторитет. Некоторые возражали против языческого засилья в церкви, другие против формализма в служении. Раньше у монашества уходили христиане, рядовые, а теперь стали уходить священники. Монашество стало восхваляться, возвеличиваться. Монахи становились фронтовиками, миссионерами, первопроходцами. Именно монахи несли благую весть. Именно через монашество совершалась великая миссия. И прежде всего это относится к Западу. Миссионерство – это дело Запада было. На Востоке миссионерство коснулось только Руси. Но уж больно большая территория, которая превосходила всю христианизированную территорию Запада. Значит, начало монашества. Египет – это Антоний. Это знаете что? Он жил годы. Посчитайте, сколько лет он жил. 251-356. Сколько лет бедный Антоний жил? Без еды, без питья, без жилья, со зверями, в ужасах. Сколько лет? Вот столько и вес. Да. Представляете? Гора Антония до сих пор видна на берегу Красного моря. В 18-летнем возрасте Антоний воспринял слова Христа. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он воспринял это как требование Христа. Он начал жить одиноко, в пустыне, в развалинах старого форта. Все верили тогда, что пустыня – это пристанище злых духов, и Антоний чувствовал это. Бездомный, голодный, безо всяких тех вещей, которые делают жизнь человеческой. Он даже видел этих духов. Афанасий, герой Первого собора, он описал жизнь Антония. Это тоже имеется у нас в библиотеке. Это искушение, да? Да, искушение святого Антония. Что вот я вчера пыталась многократно говорить. Понимаете ли, что Бог все время трудится над нашим духом, чтобы он был непоколебимый. Да соделает тебя непоколебимым. И вот Антоний обрел твердость характера, на которую могли опираться другие. Во время преследования Диоклетиана Антоний появился в Риме как посланник иного мира, по ту сторону страха. Понятна мысль? Антоний столько страхов там пережил, что он был по ту сторону страха. Его никто не мог тронуть пальцем даже. Он явился как посланник иного мира. И он придал огромное мужество церкви. Он шел как свободный человек, не боясь, не прячась, не боясь, что его схватят. Люди приходили к нему в пустыне, умоляя сказать одно слово, чтобы жить. Приносили им одержимых, но он говорил им: молись Богу, не мне.
но иногда его слово исцеляло. Антоний несколько раз потом писал императору Константину, и тот отвечал. Любил посещать его и Афанасий. Афанасий – герой Первого собора, мученик Первого собора, потому что его многократно будут изгонять. 5 раз он будет отправляться в ссылку, в изгнание, и это изгнание он будет проводить с пустынниками, с Антонием, Пахомием. Пустынники очень любили Афанасия, а он их любил. Так что он неоднократно будет, значит, с Антонием жить. Афанасий однажды пригласил Антония посетить церковь, где была оппозиция Ариан. Афанасий Александрийский назвал его «образец для монахов». Слово «монах» от какого слова происходит? Моно. Моно. Один. Он родоначальник пустынников, одиноких монахов, которые живут в одиночестве. Но эта модель не привилась. Привилась другая модель, которую сотворил Пахомий. Пахомий и монахи, живущие в общине. Пахомий основал первую киновию, первый монастырь. Он был солдатом, окончив службу, крестился. Старый монах обучил его молиться, поститься и быть послушным. Историк того времени Созамен, значит, у нас есть Евсевий, есть Созамен еще, так писал о нем: «Человек, который любил людей и был любим Богом». Он стал аббатом. Слово «аббат» – «авва» – «отче». «Отче» – «авва» – «аббат», то есть «отец», по-русски «батюшка». Понимаете как? То есть аббат – это отец монастыря, который, разрастаясь, объединил 1300 душ. И Пахомий составил правила распорядка жизни в монастыре, организовал группы по ремеслу. Монахи жили каждый в своей келье, но без замков. Они служили друг другу по очереди, а в 356 году там под началом Пахомия было уже 9 монастырей, из них 2 женских. То есть сеть монастырей с правилами общежития, и рассказывают такую историю, когда какой-то монах там провинился, или леность явил, или не явился на какое-то служение, то Пахомий подходил вечером к его двери и стучал, но не входил. Тому давалась возможность подумать и покаяться. Теперь это все у нас был Египет. Продолжаем Восток, но это уже Греция. Обратите внимание, я тут собирала материал так, чтобы каждый новый персонаж у меня продвигал как-то дело монашества. Значит, сначала Антоний – одиночное житие, да? Потом Пахомий – общежитийное, монастырь уже, да? А вот Василий Кесарийский, или Василий Великий, или Василий Каппадокийский, который будет участвовать в выработке символа веры на Втором соборе, и монахи, значит, в чем был следующий шаг его? Служение нуждающимся. Служение нуждающимся. Василий Великий или Великий, или Каппадокийский. 330-379. Он мало жил. 330-379. Сколько? 49. И он был умный. Голова у него была большая. Тело было изнеможенные. И когда его хотели избрать пресвитером церкви или епископом, то многие возражали, что посмотрите, какой он слабого здоровья какой. Василий услышал это, говорит: друзья, вы должны определиться, вам нужен атлет или пресвитер? Кто вам нужен? Епископ или атлет. Вот. Он отказался, он был богатый человек. В Каппадокии вообще жили богатые люди. Там много земли было, большие имения. И он отказался от этого имения под влиянием сестры-монахини. Это вот сестра, вроде одной из тех 10 дев, которые воспевали девственность.
Он отказался от имения, чтобы это имение не мешало ему иметь хорошую жизнь. Слышите? Так же, как сестра отказалась от замужества, чтобы иметь хорошую жизнь, не морочить себе голову. Он посетил отцов-пустынников в Египте, Палестине, Сирии, Месопотамии и нашел форму своей общины. Он рассматривал жизнь в общине как лучшую. Одиночество считал ошибкой. Послушайте, какие аргументы. Живя в одиночестве, человек ищет только своего собственного спасения, что противно закону любви. Некому исправлять его ошибки. Бог соделал нас как бы частями одного тела, чтобы мы нуждались друг в друге. Как быть смиренным в одиночку? Как быть смиренным? Как быть щедрым в одиночку? Терпеливым? А кому служить? Василий, который впоследствии получит определение «великий», соединил монашество со служением нуждающимся. Монахи трудились в специальных зданиях. В монастыре был, слушайте, дом для приезжих, госпиталь, дом для бедных, где бедных не просто кормили, а их учили ремеслу, чтобы они могли добывать себе пропитание. Был дом для прокаженных. Слышите? То есть социальное служение большое, Василий. А запомнили? Антония – одиночка, Пахомий – монастырь, Василий – социальное служение. Дом для приезжих, госпиталь, дом для бедных, где их учили, дом для прокаженных. Друг Василия, Григорий Назианзин, или Григорий Богослов, писал о нем так. «Василий убедил богатого собирать сокровища на небесах. Его религия имела дело с несчастными и больными. Он принимал всех как братьев, ухаживал за ними и являл этим пример правителям. Он учил не говорить, а делать. И богатого убеждал собирать сокровища на небесах, а земные сокровища отдавать на создание этих всех зданий, этих... Это социального служения. Теперь продолжаем. Это все Восток. Еще, значит, это Греция, Каппадокия, да? Сирия. Ефрем Сирин или Ефрем Эдесский. Эдес вам все слово знакомое. Это все эти годы, 308-373, это все IV век. Василий восхищался сирийскими монахами с их молитвами, постами, пением, тяжелым трудом, малым сном. О них еще говорили, что они питаются травой. Их наставник Ефрем Сирин писал гимны, чтобы противостать арианским песенкам, которыми ариане пытались сделать свою ересь популярной. Арианские песенки распевали на рынках, на улицах. Они были складно сложены под музыку такую, доступную для улицы. Чудный вот есть Ефрема Сирина. Переложение псалтиря. Да, это чудо, да. Там просто наслаждается вообще. Я Сирина очень люблю еще за юмор. Посмотрите, какая вещь. Он создал в противовес этим песенкам хор девушек, которые собирались быть монахинями. Ну, готовились стать монахинями. Он из них создал дивный хор, не в пример этим уличным песенкам. И собирал толпы желающих слушать пение. У Ефрема Сирина было прекрасное чувство юмора. Он нам оставил следующее описание. Есть история о том, как он сделал выговор одной женщине, которая в упор на него смотрела. Он говорит так, когда встречаешь монаха, надо смотреть в землю, говорит он ей. Она говорит, нет, ответила женщина. Это твои глаза пусть смотрят в землю, потому что Бог сделал человека из праха, а нас из ребра. Поэтому мои глаза могут смотреть на мужчину. А ты, пожалуйста, смотри в землю. Это у женщины чувство юмора больше. Нет, но он записал это, голубчик мой, Коля. Он рассказ-то дошел от нас, не от женщины, а от него. Вот. Когда в Эдессе был голод, Ефрем выговаривал богатым, а те ему говорили, мы дали бы денег, но мы не знаем, кому доверить. Жулики кругом. Ефрем говорит, дайте мне, сказал Ефрем, и построил дом на 300 коек, и сам ухаживал за голодными и кормил их. Голод кончился, и он умер. Миссия завершена. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами.
Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Теперь это все был Восток. Теперь Запад. Монашество. Блаженный Иероним. Это человек, который... Это все IV век. Он с юных лет любил споры. Был готов к диспутам и везде приобретал врагов. Он вроде Тертуллиана вот такой был, спорщик. Он был полной противоположностью Ефрему Сирину, который был дружелюбный, общительный и не любил спорить. Правда, Ефрем Сирин вообще такую фразу от нас, до нас дошла. Если волк приближается к стаду, собака должна лаять, или хозяин ее побьет. Это сказал Ефрем Сирин. То есть он не любил спорить, но когда речь касается, что кто-то разоряет его церковь, он должен лаять, а то хозяин побьет. Иероним любил ученость. Это самый-самый ученый. Так, у меня же здесь есть где-то картина с этого Иеронима, как он Библию переводит. И лев лежит у его ног. Так вот, он любил ученость и не мог расстаться с любимыми книгами Цицерона и его прекрасным стилем. Вы знаете ли, латинский язык был доведен до совершенства. Они оставили такие краткие афоризмы звучные. Приветствие в письмах, стиль писем, стиль Цицерона. Звучный язык латинский, звучный язык. И на фоне Цицерона и его прекрасного стиля латинская Библия, которая была в то время, выглядела неуклюже, и перевод ее был ужасен. Он не мог читать Библию из-за ужасности ее перевода. И вы понимаете ли, однажды он увидел сон. Он увидел себя, значит, перед престолом, белым престолом суда Господнего. Его спрашивают: «Ты кто?» «Я христианин», — отвечает он. «Нет, ты лжешь, ты цицеронец». «Где твое сердце?» Вот твое сердце там. «Где твое сокровище?» Там твое сердце. Пробудившись, Иероним долго не мог опомниться, а потом применил свои привычки, стал усерднее читать Библию. И, в общем, понимаете ли как, он поймет, что это его долг делать перевод Библии. Не сразу, но пришел к этому выводу. Знаменитая Вульгата – это перевод вот этого Иеронима. Ну, я найду где-то... А, вот Иероним с Библией в руках. Там где-то лев у его ног лежит. Это главное дело его жизни, этот перевод Библии. И главный труд своей жизни – перейдет Библию на прекрасный латинский язык. И эта Библия для всего католического мира станет главным авторитетом на века. Собор за собором будут у католиков, и они будут по-прежнему повторять. Авторитет наш – это Вульгата. Иероним выступал против обмерщения церкви. Он страдал просто, когда священники стали использовать кольца, духи, требовать платы, вместо того, чтобы даром благословлять. Даром благословлять – это так, благословлять. А они вот так. Через дальше. Будучи самообразованнейшим человеком, он отказался от папского престола, ему предлагали. Он трогательно заботился о своих прихожанках. Там была мать и дочь, Паула и Евстохия. Когда мать умерла, он написал дочери удивительное письмо. Послушайте, какое письмо. «Евстохия, твоя мать не оставила тебе ни копейки, только долги и толпы бедных мальчиков и девочек, нуждающихся в помощи. Евстохия, ты получила дивное наследство». Этих детей, которым, естественно, ты должна учить, помогать. Вот он мечтал о такой славе, а не о папском престоле. Он отказался от папского престола. Иероним видел мир в развалинах. Готы разграбили Рим.
Он жил тогда в Вифлееме. Туда стекались толпы беженцев. Он оставил свои занятия Библией, чтобы осуществлять ту любовь, о которой говорит Библия. Так же, как раньше, он оставил мирские науки, чтобы изучать Библию. Видите, какая жизнь его? Изучал Цицерона, потом занялся целиком Библией, а потом занялся помощью этим беженцам. Нашествие варваров Иероним понимал как конец света. Он писал: «Уже 20 лет римская кровь льется ежедневно от Константинополя до Альп. Римский мир падает, но мы гордо держим голову вместо того, чтобы ее склонить. Наши грехи делают варваров сильными. Антихрист близко. Кто убежал от меча, тот погиб от голода. Не могу говорить без слез». Весь его мир прекрасной латыни, прекрасного Рима, великого падал. Вы понимаете, это была великая трагедия, к тому же это все было, видите, 20 лет продолжалось, эти грабежи. В своих письмах Иероним прославлял монашескую жизнь. Подумайте, цивилизация рушилась, а в монастырях были книги, грамотность, учеба, перо, а не меч. Монастыри стали убежищами для цивилизации. Монастыри сохранили книги, которые горели в библиотеках знатных людей. Все горело, а в монастырях сохранялись эти книги. Монастыри сохранили цивилизацию сквозь темные века. Такие люди, как Иероним, Августин, подготовили для церкви путь во времена Средневековья. И последний вот герой у меня будет Бенедикт. И вот Алексей. Самый успешный тип монастыря, я согласна, что первый создал тип монастыря Пахомий, но почему-то самый успешный стал Бенедиктинский монастырь. Это 529 год на юге Рима. Успех был связан с очень четким и содержательным уставом. Богослужение, изучение Библии, ручной труд. Но он взял эту Пахомию, конечно. Но через 300 лет именно бенедиктинцы покрыли монастырями весь европейский континент. И христианство стало продвигаться не столько церквами, сколько монастырями. Монастырь и монахи там, на территории язычников. Понимаете как?